Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. 2,4 года суд вынес приговор по делу о насилии в отношении сотрудников милиции. Какие вскрылись факты? Ранее уже был судим за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. История без хэппи-энда. На Товарной горел дом. Сгоревшие доски, разбросанная бытовая техника, выбитые окна, что стало причиной трагедии. Следующая остановка – автобусный парк номер 2. Данные автобусы будут применяться на всех городских маршрутах. В Бобруйск прямиком с конвейера МАЗа пришел современный автобус. Какие у него навороты? А также визит в Красную зону, возвращение боевого экипажа и Дед Мороз по скайпу. В Беловежской пуще готовы к поздравлениям онлайн. Как связаться с персонажем Нового года? В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19. Зарегистрированы 131 633 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 188 876 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Александр Лукашенко назначил министром здравоохранения Дмитрия Пиневича. Ранее он был первым замминистра здравоохранения и исполнял обязанности министра. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с коллективом 6-й городской больницы Минска. Здесь же белорусский лидер гарантировал сохранение доплат медикам за работу с больными COVID-19. Вместе с тем президент обратил внимание на то, что из-за дополнительных выплат работники здравоохранения в общей статистике значительно опережают по зарплате ряд других категорий бюджетников. По сути, уже сейчас достигнут тот уровень среднего зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки. Сейчас, по словам главы государства, стоит задача подтянуть уровень заработной платы работников других сфер. Насилие либо угроза применения физической силы к сотруднику правоохранительных органов. В Бобруйске завершился громкий судебный процесс. Мужчин приговорили к 2 и 4 годам лишения свободы. Подробности далее. На скамье подсудимых двое мужчин, отец и сын, уроженцы Бобруйска, 1966 и 86 годов рождения. Еще на первом заседании, 4 ноября, оба полностью признали свою вину. Напомним, инкриминируют им совершение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Статья 364 Уголовного кодекса. Дело вызвало резонанс в обществе. Все началось вечером 10 августа. Сотрудники ГАИ останавливают таксиста для проверки документов, которых у него не оказалось. Госавтоинспекторы стали составлять протокол. Вскрылись и другие интересные факты. Собралась толпа. Призывы звучали самые агрессивные. Вдруг 53-летний мужчина нанес удар правоохранителю, а его 24-летний сын также без причины ударил сотрудника департамента охраны. Решили заступиться. Только у них и Уголовного кодекса разные мнения на этот счет. Нельзя не отметить, у мужчин богатый послужной список. В начале этого года, 14 февраля, младшего Бугаса задержали сотрудники ОБЭП. В машине оказалось 5 коробок со спиртосодержащей жидкостью. Старший тоже часто попадался правоохранителям. 53-летний бобруйчанин ранее уже был судим за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и за совершение побега из-под стражи. Но в основном он попадал в поле зрения милиции за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции и привлекался за это к административной и уголовной ответственности. 27 ноября прошло последнее судебное заседание по этому делу. Оба мужчины признаны виновными. С учетом позиции государственного обвинения, а также личности обвиняемых, суд назначил обвиняемому 1966 года рождения наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору суда, это в виде 3 лет 7 месяцев 8 дней лишения права заниматься предпринимательской деятельностью. Обвиняемому 1996 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии в условиях общего режима. Сейчас в отношении таксиста возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение торгового павильона путем поджога, а также за умышленное приведение в негодность путей и сообщений путем поджога на территории Осиповичского района. Правоохранители в очередной раз напоминают: неукоснительное соблюдение всех законов гарантирует вам спокойную жизнь. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск 3.
360. Конструктивный диалог, братская помощь и холодный прогноз. Синоптики обещают снег и гололедицу. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Общественные приемные продолжают работу по всей Беларуси. Расписание доступно на сайтах исполкомов. Чаще всего вопросы касаются благоустройства и строительства жилья, а также цен и здоровья. Наиболее важные мнения берут на контроль и рассмотрят на Всебелорусском народном собрании. Профессиональную и своевременную помощь белорусских спасателей оценили в Турции. Экипаж второго борта авиации МЧС вернулся с тушения пожаров. За время работы там наши авиаторы выполнили почти 300 боевых вылетов, сбросили более 4000 тонн воды и перевезли сотни турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Работать приходилось в горной местности и непростых климатических условиях. Белорусский Дед Мороз скоро распахнет двери своей усадьбы. Но еще до отправления первого поезда в резиденцию сказочного персонажа любой желающий может пообщаться с ним в режиме онлайн. Главный волшебник страны с 1 декабря готовит поздравления по скайпу. Годится любой повод – от дня рождения до повышения по службе. Записаться можно на сайте Национального парка «Беловежская пуща». Снег и гололедица ожидаются в Беларуси на выходных. В субботу и воскресенье будет облачно. Временами прогнозируются осадки и туман. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура ночью от минус 4 до плюс 2. Днем потеплеет до 4. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Накануне ночью сводки МЧС пополнились печальной статистикой. Трагедия произошла на Товарной улице. О пожаре на номер 112 сообщили соседи. Они услышали треск шифера. Лет 6 тому назад был пожар здесь у них. Заново вот это вот евровагонкой обили, все сделали. Дом. Родители умерли, он остался один, жена от него ушла. Ну, говорят, одна, он один был. Ну, работник был хороший, руки хорошие, золотые, по дереву хорошо все делал. Молодец. Ну, вот стал выпивать, пил. Ну, так и спился, не работал нигде, у всех ходил, в долг просил. Так вспоминают о погибшем мужчине на пожаре. Трагическая история началась накануне во 2:00 ночи. В это время сообщение поступило в МЧС. Через 7 минут спасатели прибыли на место. Дом горел открытым пламенем, возникла опасность. Огонь мог перекинуться на соседние строения. Внутри возникло плотное задымление. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Повреждены перекрытия также по всей площади. Закопчены стены и потолок внутри дома. Двор напоминает место боевых действий. Сгоревшие доски, разбросанная бытовая техника, выбитые окна. На спасение мужчины были брошены все силы. Спасатели обнаружили тело в комнате на диване. Мужчина уже был мертв. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. До дома с комфортом техника автобусного парка номер 2 пополнилась новой моделью. МАЗ-203 в основном курсирует по Минску. Здесь предусмотрено все до мелочей. Мария Бересневич о новациях и не только. Этот новенький МАЗ-203 выйдет на улице Бобруйска уже в понедельник. Автобус сделан, как говорится, по последнему слову техники. Начиная от дизайна, заканчивая начинкой. Транспорт оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5. Комфорт предусмотрен как для пассажиров, так и для водителя. Теплый автобус. Ну, очень много доработок. Как бы удобная посадка, сиденье, удобная панель. Сегодня вот шкалы видно, что как-то более совершенно. Обогрев лобового стекла есть. Вот, это плюс. Для зимы, допустим, это хорошо. На старых автобусах этого нету. Светодиодное освещение, речевой информатор, бегущая строка. Новинкой для горожан станет и кондиционер. Он встроен и в кабине водителя. Просторный салон рассчитан на 28 мест для сидения. Здесь же предусмотрена безбарьерная среда. Помимо специальной зоны для инвалидов, есть и дополнительная площадка для детских колясок. Представляет это себе аналог замены устаревшего уже на сегодняшний день автобуса МАЗ-103. Единственное, конечно, изменение подверглось конструктивное, экстерьер, интерьер, ну и некоторые новинки в подвеске. Данный автобус будут применяться на всех городских маршрутах. При пополнении автобусного парка или при модернизации
при списании автобусов, если будем получать в дальнейшем такие же автобусы, то будут ходить и на пригород. Еще 12 таких же моделей пополнит автобусный парк номер 2 уже в январе. Это включено в программу ускоренного социально-экономического развития Бобруйска. В основном такую марку сейчас можно встретить на улицах столицы. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!